Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале диетолога Скачко. В этом видео вы узнаете, что полезнее для здоровья: приготовить чай с молоком или заварить чай на молоке. Часть экспертов родом из Англии советуют готовить чай с молоком, и обычно его называют английский чай. Часть экспертов родом из Индии советуют заваривать чай на молоке, его называют обычно индийский чай. Как вам разобраться в этом вопросе? Помогу вам я. Врач, диетолог, натуропат Борис Скачко, автор более 50 опубликованных книг и брошюр. На самом деле, разные способы приготовления из абсолютно одинаковых ингредиентов могут дать совершенно разный результат, и об этом вы узнаете из этого видео. Ну, начну характеризовать, наверное, английский чай. Конечно, есть простой способ приготовить английский чай. Вы берете выбранный вами чай, завариваете просто водой, накрыли крышкой, настоялся чай, добавили молоко, и английский чай готов. Сахар по вкусу, и вроде как напиток готов. Но не все так просто. Если вы найдете мое видео «Чайная церемония», вы поймете, что значительно удобнее и правильнее для здоровья готовить именно так, как там написано. Простое приготовление чайного листа обязует вас учитывать несколько компонентов. А именно, вам нужно четко знать, что чайный лист на своей поверхности не содержит возбудителей грибковых инфекций, которые производят афлотоксины. Потому как таким способом приготовленный чай может быть опасен в перспективе различными онкологическими заболеваниями. И вам может понадобиться со временем моя книга «Рак. Профилактика. Ранняя диагностика». Если вы именно таким способом завариваете чай, возможно, и другие факторы риска у вас есть, и вы уже можете предположить развитие онкологических процессов в разных органах и системах. Поэтому таким способом приготовленный английский чай я бы вам не советовал готовить. А как правильно? Нужно взять максимально очищенную воду. Нужно выбрать правильно вид чая. А именно белый, зеленый, желтый, красный, синий, либо черный. Это разная стадия ферментации одного и того же чайного листа. И они имеют... Эти виды чая имеют абсолютно разное действие на ваш организм. Поэтому выбрать очень просто. На моем канале такие видео есть. Ссылки вы видите. Можете со временем по ним перейти и просмотреть эти видео более подробно. Я советую выбирать зеленый либо белый чай. Они максимально полезнее для здоровья, чем все остальные. Хотя имеют слабый вкус, цвет и аромат. Далее нужно нагретой водой, которая прошла состояние белый ключ, дошла до кипения, где-то вот в этом диапазоне вы можете эту воду использовать для дезинфекции посуды. Иными словами, если завариваете в чашке, то обдайте чашку кипятком. И пусть она несколько минут постоит в таком состоянии, чтобы дезинфицировать от возбудителей различных инфекций, а также, возможно, от тех химических веществ, которые умылась эта чашка. Так или иначе, и те, и другие компоненты не самое лучшее дополнение к чаю. После того, как чашка дезинфицируется, а вода немножко остыла, вот остывающей водой вы эту воду слили, залили чайный лист, залили небольшим количеством воды, примерно, ну, чтобы покрывала вода чай, и должны увидеть появление цвета. Вот как только первый цвет появился, вы воду аккуратно сливаете и уже к намокшему чайному листу добавляете щепотку сахара и продолжающую остывать воду. Вот в этом случае вы получите максимально полезный для здоровья чайный напиток в чашке. Далее, примерно треть, когда настоится несколько минут, примерно треть от объема финального напитка вы добавляете горячее или теплое молоко. И ваш чай с молоком готов. Он максимально полезен для здоровья, и вы максимально возможное количество опасных токсических веществ удалили из этого напитка. В этом случае чай не будет перегружать выделительную функцию печени, почек, не будет провоцировать онкологию в вашем организме. А более подробно о полезных свойствах чая я расскажу в отдельном видео. Что будет, если вы хотите приготовить чай на молоке? Когда вы берете в посуду, помещаете молоко, можете даже развести его водой. Большого принципиального значения это не имеет. Далее добавляете чайный лист, возможно, пряности, и начинаете заваривать вот в такой среде чай индийский, у вас появляется интересная вещь. Если бы вы знали
особенности экстракции биологически активных веществ из сухого растительного сырья, а именно чайный лист, и большинство пряностей используются в этом случае в сухом виде, то вы бы поняли свою ошибку. Ни в коем случае так делать нельзя. Потому что прежде чем какие-то активные вещества выйдут из сухого сырья в напиток, в сухое сырье должна попасть вода. Разбавить, растворить биологически активные вещества, разорвать клетки, потому как концентрация активных веществ внутри клеток значительно выше, чем снаружи. И по законам осмоса будет просто разрыв. Вначале вода пойдет в сырье, и дальше взрыв, и биологически активные вещества оказались в настое. И в этом случае польза будет, но чаще всего заваривают все пряные растения, в том числе и чай, не на чистой воде, а с добавлением молока. А что такое молоко? С точки зрения химии это, или физики, это взвесь белков, которые обладают приличной молекулярной массой, соответственно, размеров, жиров, жировых частиц, углеводов. Слава Богу, они не мешают экстракции, но как только вода устремится к сухой частице, а здесь окажется громадная молекула белковых веществ, набухание не сможет состояться в полном объеме. Соответственно, вы не получите все полезные вещества в напиток. И вы можете ожидать только, что в кишечнике вдруг окажется свободная вода, которая вот эти частицы, если вы их не отфильтруете, окажутся там и смогут что-то вам отдать. Конечно, экстракция красителей из натурального сырья произойдет, изменится как-то цвет, изменится вкус, но полезный совет диетолога. Заваривайте вначале просто на воде, выварите биологически активные вещества, а потом добавьте молоко и продолжаете варить чай индийский дальше. Вот в этом случае вы получите массу полезных веществ, которые смогут выйти в напиток. Вкус изменится. Свойства лечебные изменятся, потому что вы же берете не ядовитые растения. Вы берете растения, обладающие пряным, пряно-ароматическим вкусом. Иными словами, содержат разные биологически активные вещества, которые нужны вашему организму, которые таким способом могут попасть в организм и реализовать свое действие. От состава пряностей зависит лечебный эффект. Будет такой чай у вас оказывать в большей степени благотворное действие на состояние желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря, печени, легких, почек, суставов, мозга, в конце концов, вернее, в первую очередь. Это уже зависит от того рецепта, который вы используете. От понимания, какие проблемы вы должны решить в организме конкретного человека. Но только таким способом приготовленный чай даст вам больше пользы. А если вы, как и в случае приготовления английского чая по чайной церемонии, первую воду сольете, после того, как в ней прошла первая экстракция из пряностей, из чайного листа, то степень опасности для вашего организма также уменьшится. Потому как на поверхности часто находятся возбудители различных инфекций, от них нужно избавляться, различные токсические вещества, которые могут перегружать выделительную функцию печени и почек, и у вас, возможно, со временем появится необходимость купить еще одну мою книгу. Это «Секреты здоровья» или «Что делать, если у вас есть печень и почки?». Просто регулярное неправильное заваривание индийского чая может привести к тому, что у вас разовьется стеатогепатит, либо жировой гепатоз. А это серьезно нарушает работу печени, как метаболического мозга. А если не справится ваша печень, или вы окажетесь вдруг женщиной, у которой печень работает слабо, то большая токсическая нагрузка будет на почки. Почки, к сожалению, не восстанавливаются. Если печень восстанавливается за 2-6 месяцев, практически в полностью здоровое состояние, то почки теряют нефроны безвозвратно, и почечная недостаточность может быть легко и просто, если вы не знаете, как приготовить индийский чай правильно. Но вы теперь уже знаете эти особенности и, надеюсь, будете применять для своего здоровья и активного долголетия. Надеюсь, я ответил на вопрос, что полезнее для здоровья, чай английский либо чай индийский, а также какие дополнительные движения нужно совершить, чтобы польза для здоровья только увеличилась. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.
А если вы хотите узнать больше информации, посмотрите на моем кулинарном канале, есть и другие видео, в которых я рассказываю не только про чай, рассказываю про лечебный кофе, как его готовить в зависимости от тех целей и задач, которые вы перед собой ставите. А есть еще имбирный чай, есть видео про приготовление каш, семян льна, ну и другие особенности, борщевая диета. Точно так же разные компоненты, и вы получаете абсолютно разный борщ. И для снижения веса, и для набора веса, для очищения организма, для укрепления иммунитета, для профилактики артроза в суставах и остеопороза костной ткани. Или наоборот, для того, чтобы раньше познакомиться с этими достаточно неприятными заболеваниями. Ну, иными словами, много нюансов есть в лечебной кулинарии. И часть из них я уже раскрыл в видео на своем видеоканале, кулинарном канале диетолога Скачко. Смотрите, получайте удовольствие и самое главное, применяйте это все на практике. Ведь ваше здоровье в ваших собственных руках. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко» это YouTube, а также «Школа доктора Скачко» в Instagram.